Друзья, привет! Меня зовут Алла. Хочу оставить свой видеоотзыв о школе гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Классная школа, очень серьезная программа в достаточно сжатые короткие сроки. Вы знаете, получила инструмент, о котором не могла даже мечтать. Я никогда не могла подумать, что вообще такие техники, практики настолько доступны. То есть Никита подает такие серьезные вещи достаточно легким, простым языком. Это становится доступным. Это действительно очень помогает в нашей обычной жизни. Это позволяет серьезно проработать свои собственные моменты, решить собственные задачи. Команда необыкновенная, все совершенно отзывчивые, грамотные кураторы были в группе у нас. Все очень четко выстроено, ответы получали буквально вот, ну, по первому зову. Еще что очень немаловажно, понравилось то, что любые часовые пояса, возможно, найти себе слипера, гипнолога, то есть поработать и в том, и в другом направлении в любое время суток, сколько бы ни было времени в твоем регионе, где вы, допустим, проживаете, да, это очень удобно, но это за счет большой численности потока было. Вот, познакомилась с интересными людьми, с практикующими, с начинающими, но люди очень такого тонкого и достаточно высокого устройства внутреннего, да, вот. Никита необыкновенно щедрый учитель, учитель, который заинтересован в продвижении своих учеников. Продумана очень серьезная база обучающая, и у него действительно после окончания данного курса, во всяком случае, который я, да, заканчивала, есть и дальше предложение по продвижению, в каком плане, то есть вы остаетесь на платформе, вы остаетесь в прямом контакте со своими коллегами, вы не остаетесь один или одна брошенными, да, то есть вы все время в зоне досягаемости, скажем так, в режиме онлайн можете общаться, продолжать общение. Я вам скажу больше, что даже еще добавилось, вот у нас на курсе было определенное количество человек, да, а после окончания еще добавилось, поскольку нас всех, ну, кинули ссылку, мы зашли на платформу, где мы общались еще с новыми коллегами, вот, делились и делимся до сих пор опытом, и диапазон общения, возможности еще больше расширился, да, вот, Никита всегда отвечает вообще исчерпывающе на все вопросы, на любые, причем сообщения отправляли достаточно и поздно, я так поняла, что все это адаптировано, все это учитывается, что разные часовые пояса у учащихся, вот, и все это вообще нормально, в нормальном режиме получали своевременные ответы. Никита очень грамотный учитель, очень щедрый, дает больше, чем даже, вот лично я говорю о себе, да, чем лично я рассчитывала. Вот. Дает такой задор профессиональный, знаете, такой, заражает этим всем, ведет своих учеников. Молодец, я очень восхищена. Спасибо, Никита, вам большой низкий поклон за такую школу. Пусть она процветает. Спасибо кураторам нашим за то, что поддерживали, отвечали незамедлительно, давали такие советы. Вообще большое спасибо, низкий поклон. Могу только добрые, теплые слова сказать. Всего доброго всем. И еще раз поздравляю с окончанием школы и с последующим нашими практиками. Всех хороших практик желаю. Добрых погружений, успешных, благополучных. Вот. Всем спасибо. Пока.